Всем привет, дорогие друзья, с вами Хьюго, я с вами веду прямой репортаж из второго ПИД, и на сегодняшний день обнаружился весьма странный и, на мой взгляд, какой-то даже забавный баг. Но когда зашел утром в ПИД, я только-только еще протер свои глаза, хотел немножко поиграть, после чего хотел приступить к, так скажем, записи и подготовке одного видоса, но тут вижу я одну галочку, то есть Steam инвентаря в Steam, я на нее нажал, захожу в этот чертов Steam инвентарь, и что я, ребята, вижу? Вы получаете предметы из нового Community Safe 2 в отличном состоянии, принять, какой-то пистолет еще один пистолет, и еще один, и еще... Еще, или легендарочка даже, а вот это охреней. Я, ребята, я не знаю, я никакие обмены не принимал. Я абсолютно ничего вообще не делал. Я просто захожу и вижу вот такую вот картину. Я не знаю, что это баг, это взлом, это дудос, оверкилла и ПИД. Но факт в том, что у меня есть сейчас в моем инвентаре две легендарки в отличном состоянии. Это факт. Я не знаю, ребята, что это. Как это работает. Но это забавно. Черт побери, это забавно. То есть, по сути, сейчас даже могу взять и... Так, где мой бронко? Так, вот мой большой злой бронко. Так, мы в него заходим. И да, я могу поставить на него скин. Что красный, что легендарный. Да, это, черт побери, забавно. Это охрененно забавно. Хотя, возможно, это какая-то акция у них, ну, блин, извините, давать две легендарки в отличном состоянии, плюс кучу красных скинов, которые также в отличном состоянии, и плюс там еще херово туча скинов из нового комьюнити сейфа, которые, наверное, стоят там тоже, ну, по сути, да, бешеных денег, потому что они сейчас в маленьком, так скажем, количестве, но после того, как они вот так вот их раздают, просто налево-направо, вот эпичные скины в отличном состоянии, я... Не знаю. Но все равно, я, ребята, вам серьезно говорю, попробуйте сейчас вот правда вот зайти в PID. Я это видео, наверное, скорее всего, даже закину на канал по приколу. Я не знаю, что сейчас такое происходит с PID. Они буквально 7 часов назад загрузили видос с какой-то там благотворительной акцией по сбору денег. И если, типа, они у них получится, ну, то есть, руки как бы поддерживают и участвуют вместе с этой акцией, который вроде как руководит Джордж Ван Саленберг, то есть Сидни в кавычках. И типа, если у них это все получится, то произойдет две вещи. То есть все будут счастливы, даже три. После чего Алмир сбреет свою бороду, скорее всего даже покажет это на видео и в своем твиттере, либо где-то еще. И третье, что произойдет, всем участникам этого, так скажем, события выдадут маску Мега Сидни. Вот, а тем, кто не участвовал, то есть не помогал собирать деньги, это будет ждать уже после. То есть на каких-то снова стримах, на каких-то снова раздачах и так далее. Так что, ребята, вот такие у нас сегодня весьма интересные и забавные новости во втором ПИД. Так что, хотите получить легендарку, просто зайдите в ПИД. Всем спасибо за внимание и до скорого. Пока-пока. Let's go.